большой музыкальный привет! С вами Юлия Александрова. Как поется в одной замечательной песне, на волшебных сайтах все ответы. Так вот, волшебный сайт ctv.by расскажет вам, как правильно снять видео, куда его отправить, чтобы скорее стать участником народного талант-шоу «Поющие города». И уже из всех уголков республики летят к нам оригинальные видео, не отстает и столица. Встречаем первую участницу, Екатерина Пунчик из Минска. Там далеко, далеко, в тихом городе, посреди земли одна, в темной комнате. Как же все-таки трогательно, когда самые искренние слова участники посвящают маме. Полуночная моя богомолица, об одном она молит, храни Господи. Екатерина решила не рисковать современными мотивами и выбрала классику 80-х. Я к одной тебе иду, в сердце раненая, мама, мама, ты моя. Стена каменная, мама, мама, ты моя, стена каменная. Спасибо участнице за воспоминания от старшего поколения. А мы движемся дальше. Всем привет, меня зовут Макс Шениц, мне 26 лет. Исполню для вас песню группы Любэ «Самого». На сапогах играет солнышко, сигареточка полет, а за забором самоволочка кружит голову и ждет. А ты ж ты меня хорошая, я приду, ты не балуй. Эх, Люба все же нашим ребятам группа Любэ. Дело как картоночка, обшумливый ветерок. Попадет гимнастерочка, а на прощание чернобровочка, хоть подержи за ремешок. Подумалось, вот понадобится Николаю Расторгуеву в отпуск съездить, ну или на рыбалку. Вот он смело может к Максу обращаться. Достойная смена. Дела мои сердечные, кровь бушует, как волна. А на уме все темы вечные, да капитанова жена. Держится участник уверенно, зрители его поддерживают, а ноги пританцовывают сами. Господа продюсеры, обратите внимание, ведь уйдет же. День добрый, меня зовут Щерб Александр, мне 24 года, я из города Витебска. Прости меня, мама, я не смог воплотить желаний. Песня собственного сочинения под свой же аккомпанемент всегда приятно удивляет, особенно когда голос и манера исполнения уникальны. Извините, друзья, я не смог стать лучшим. Интересно, а что это за рюкзак на диване? Может быть, Александр уже вещи сложил, чтобы в Минск приехать? Прости, земля, я недостоин. Как бы там ни было, участник так искренне просит прощения за все, что мы, Александр, прощаем вас и желаем удачи. И теперь восседаю, как на троне, на паперти, буду Бога просить милости. Заходите на сайт ctv.by, изучите условия конкурса, записывайте свое видео и отправляйте нам до 10 августа включительно. Кто знает, может быть, именно вы станете участником гала-концерта, который состоится в начале осени. Как говорится, пойте с нами, пойте лучше нас. С вами была Юлия Александрова и четвертый сезон проекта «Поющие города». Пока!